Оперативное совещание главы Дмитровского городского округа с руководителями муниципальных и иных служб и учреждений по традиции началось с информации о новых назначениях. Вчера 5 августа на должность заместителя главы администрации Дмитровского городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства назначен Столбов Михаил Аркадьевич. Назначение Михаил Аркадьевич работал начальником управления в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Также работал директором государственного бюджетного учреждения города Москвы, жилищник Бескудниковского района. То есть опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства у Михаила Аркадьевича есть. А вообще общий стаж государственной гражданской службы более 15 лет. Второе назначение. 18 июля на должность управляющего Дмитровским отделением Московского индустриального банка была назначена Акулова Жанна Викторовна. Представитель правоохранительных структур озвучил статистику аварийности на дмитровских дорогах. За 7 месяцев на территории Дмитровского городского округа произошло 1057 дорожно-транспортных происшествий, из которых 40 учетных дорожно-транспортных происшествий. Среди 40 ДТП, это в них погибли 4 человека, в прошлом году 7, и 48 получили ранения различной степени тяжести, в прошлом году 50. Накануне нового учебного года особое внимание было уделено на оперативном совещании безопасности пешеходных переходов. По словам представителя дорожной полиции, практически все дмитровские пешеходные переходы имеют те или иные недостатки, влияющие на их безопасность. Глава округа поручил за неделю оценить стоимость необходимых работ, чтобы с этой сметой выйти на областное правительство с просьбой профинансировать программу улучшения пешеходных переходов возле образовательных учреждений. На территории Дмитровского городского округа в период с 1 апреля 2019 года по 15 июля 2019 года проводился призыв граждан 1992-2001 годов рождения Вооруженных сил Российской Федерации. Норма призыва на военную службу, установленная субъектом Российской Федерации по Дмитровскому городскому округу, составила 140 человек. Для прохождения призывной комиссии вызывалось 687 призывников. По итогам работы призывной комиссии, установленное задание на призыв весной 2019 года, выполнено в полном объеме. Для прохождения военной службы отправлено 143 человека. Военный комиссар Дмитрова Дубны и Талдыма представил краткий отчет по итогам весенней призывной кампании. Особое внимание комиссар обратил на проблемы обеспеченности призывной комиссии помещением и необходимым оборудованием, а также на проблемы с кадрами, связанные прежде всего с низким уровнем оплаты труда членов призывной комиссии. При этом военный комиссар выразил благодарность руководителям территориальных управлений нашего муниципалитета и главврачу Дмитровской горбольницы, которые оказали комиссариату необходимую помощь в условиях нехватки его сотрудников. С мая месяца 2019 года Госпитализатор Московской области наделен новыми полномочиями. Это осуществление надзора в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, в части соблюдения требований деятельности по накоплению твердых бытовых отходов и коммунальных отходов, сбор и своевременный вывоз, и не сам накопление ТКО, это отсутствие переполненных контейнеров и контейнерных площадок, отсутствие мусора на территории, прилегающих к контейнерным площадкам. Представитель Госавтотехнадзора рассказал об основных направлениях деятельности ее областной структуры на территории Дмитровского городского округа. Помимо навалов мусора, это ненадлежащее содержание собственной территории различными юридическими лицами, а также много нареканий по размещению незаконной рекламы теми же юрлицами и индивидуальными предпринимателями. Глава округа предложил сотрудникам Госавтотехнадзора более плотно поработать с руководством территориальных управлений, чтобы подробно и на регулярной основе изучать текущее положение в самых отдаленных уголках нашего муниципалитета. И в завершении оперативного совещания представитель музея-заповедника Дмитровский Кремль рассказал дмитровским руководителям историю поселений человека на территории нашего края. В частности, о поселениях первобытных людей и первых племенах угро-финского происхождения, населявших территорию нашего края до прихода славян.